друзья, приветик еще раз. Короче говоря, пишу я вам снова влог, блог. И усыпляю вот этого ребенка. Думаю, может, получится, как в прошлый раз. Я с вами болтала, болтала, и Даниэль уснул. Даниэль тоже всем говорит привет. Вот. Ну, что у нас происходит? Я получила на этой неделе свидетельство участника программы. А где оно? Оно, наверное, в папке. Свидетельство участника программы. Кто подписан в Инстаграм на меня, наверное, уже в курсе этого. Так, развернуть надо человека. Я, знаете, как его прикольно усыпляю? Я его заворачиваю, туго пеленаю в пеленку, и он лишенный движения засыпает. Но кажется, это сейчас перестало работать. А в отличие от Наранки, он терпит, когда его пеленают. Ну, не сильно, он не сказать, что менее подвижный, он тоже подвижный, как Наранка. Но Нарана вообще не терпела, прям вот с первого дня, когда на выписке еще из роддома она начала скандалить, когда ее пеленали. Так, значит, вернемся к моим делам. Получила свидетельство участника программы. Сейчас мы с вами посмотрим, как оно выглядит. Узбекский паспорт. Это узбеки, наверное, которые получают, ну, граждане Узбекистана, которые получают такое свидетельство, потом его, наверное, путают с паспортом. Надо посмотреть. Вот так вот выглядит сторона страницы, на которой... А, нет! Фотография... Ну, нет, я, дорогой товарищ, я тебя сейчас заверну. Сейчас я вам покажу, как я его пеленаю. Так, и здесь, значит, отметки о постановке на учет в качестве участника государственной программы в территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации. Вот здесь первая запись, дальше идут графы, отметки о выплатах и компенсациях. Расписалась я в расписке, в которой было указано, какие выплаты, там что-то много написано, ничего не расписано. В общем, я иду по какой-то категории, по первой или по второй сказали, не знаю, по второй категории, что ли, или по третьей. И я получаю компенсацию в первом этапе 50 тысяч рублей и во втором этапе 30 тысяч рублей. Все. И главное, что в чем еще... как бы это назвать эту ситуацию. В чем еще? Ну ладно, другого слова не подберу, но смысл такой, что я хотела менее сильное слово подобрать. В чем подлость органов, миграционных органов, в том, что они расписку только в одном экземпляре расписываешься, и он остается, этот экземпляр остается у них. А нам на руки ничего не выдается, вот это вот. То, что нам служило бы памяткой, чтобы мы могли знать, сколько нам положено, и как, и чего, чего-то не упустили ли. Ничего мне не было сказано о компенсации расходов. Вот. Ничего этого не было написано и сказано. Вот. Поэтому я не знаю, стоит ли мне собирать еще дополнительно к этим деньгам. Так, и что-то быстро-быстро проговорили, что нужно сделать, чтобы получить эти выплаты. То есть, если я не подам на эти выплаты, то... Так, а что же мне сказали? У меня все выветрилось из башки. Вот ведь, да?
как поставлено дело. Но, в принципе, вот когда я проходила все эти процедуры на каждом этапе, вот эти, соблюдая все требования к сбору пакета документов, к каждому заявлению на каждом этапе, ну, там, РВП, какие еще? Так, ну, у меня, получается, 3 этапа, да? Значит, непосредственно регистрация по месту пребывания, затем в течение 3 месяцев, те, которые мне можно жить легально, я подаю заявление на РВП вне квоты, как человек, родившийся на территории РСФСР. И потом, значит, в течение 3 лет, пока действует РВП, в течение 3 лет подаю заявление на госпрограмму. Получается фактически, что по закону каждый месяц, ну, примерно какое-то такое время, да, месяц дается на рассмотрение этого заявления. В конце месяца, по истечении этого месяца, тебя приглашают на заседание комиссии. Комиссии решают вопрос, принимать тебя в программу или нет. Вот. И прошел, так, 4-го. Так. 4-го была комиссия, и 18 апреля я получила свидетельство участника программы. К этому моменту оно было готово. Я его получила. При получении расписалась в том, что я ознакомлена с условиями участия в программе. И экземпляр, как я вам уже сказала, мне не выдали мой, поэтому я не знаю этих условий, получается. Еще в чем-то расписалась, в какой-то бумажке, я совершенно забыла ее содержание, потому что в это время мои мозги были заняты. Ну, во-первых, ты пребываешь все-таки все равно в некоторой эйфории, и даже не эйфория, а просто волнение, обычное волнение, когда ты приходишь в такой орган, в такое место, где тебя все время заставляют бегать на цирлах, грубо говоря. Ну, я к работникам, тем, с кем я все это время взаимодействовала, я вообще не в претензии. Они ко мне конкретно отнеслись лояльно и вообще ко всем посетителям они относятся как положено по закону, в рамках приличия и в рамках закона, вот так скажем. То есть здесь не могут сказать: зайди, вышел, ну, в таком тоне разговаривать не могут. Всегда там по имени, отчеству, если есть отчество, всегда на «вы». Ну, я вот так вот, я почему сомневаюсь, потому что там один сотрудник есть, который может тыкать. Ну, конечно же, это тот сотрудник, который больше всего взаимодействует, которому досталась именно такая работа с наиболее, ну, во-первых, большая нагрузка, то есть он непосредственно занимается вот этими регистрациями по месту пребывания, то есть тех, кто на 3 месяца. Все этой миграции трудовой с ней взаимодействует. С ними же у нас положено разговаривать. Ну, о ком я говорю? Об узбеках. Да? У нас здесь большинство миграции, наибольшую часть трудовой миграции составляют граждане Узбекистана. Вот. И как бы он перенял, да? Я бы, например, понимала, что если ты так разговариваешь с людьми, то, значит, ты допускаешь такое же обращение с собой. То есть, прежде всего, неуважение к людям свидетельствует о неуважении к себе самому. Это надо всегда осознавать. Поэтому это не означает, что ты возвышаешься над ними. Это наоборот означает, что ты сам опускаешься на их уровень, ну, как ты считаешь. Ну, то есть опускаешься на тот уровень, каким
на каком ты видишь этих людей. Вот, один там сотрудник такой есть, но это прям, скажем, по молодости, наверное, по глупости. Вот, ну, я бы как-то ему подсказала бы, потому что он ровесник моего младшего сына, и они вместе учились в университете. Ну, тот, кажется, курсом постарше был. Но, в принципе, они вот визуально друг друга знают. Вот. Так. И что я еще хотела сказать, начала говорить, да, и ушла в сторону. В принципе, когда ты все это заполняешь, собираешь документы, там все, каждый пункт, все требования видятся совершенно оправданными. То есть каждый документ не зря, это не все, все эти требования не для того, чтобы помучить людей и отсеять слабаков, да. Вовсе нет, все эти требования резонны. Абсолютно каждое требование резонно. Но единственное, я бы поставила все-таки больше на онлайн. Ты что, какаешь, что ли? Пардон. Резонно. Поставила бы больше на онлайн, обратила бы внимание и давала бы больше информации. То есть я бы не строила работу на неведении посетителей, да, чтобы создавать базу для коррупции, да, поводы для коррупции, чтобы люди, ну, заносили вместе с пакетом документов какие-то денежки или какие-нибудь подарочки, для того, чтобы с ними обошлись по-доброму, чтобы информировали на каждом то, что положено и так знать по закону. Но тут срабатывает, традиция. У меня все слова улетучиваются. Ну, то есть, как бы положено вот в этой системе так. То есть, она на этом построена, да, на том, чтобы... Традиции этой системы таковы. И, в общем, с этих традиций соскочить, конечно, трудно. И я, мое глубокое убеждение в том, что, ну, может быть, это наивно, да, потому что я мало работала в этих структурах, я это осознаю. Но все-таки я убеждена, что это должно идти не столько сверху или не только сверху, но и снизу. Каждый отдельный работник может создавать на своем рабочем месте свой круг, с кем он сотрудничает, с кем он взаимодействует, для кого он работает, он может в этом круге навести этот порядок и человеческий порядок, человеческие отношения, все в рамках закона, не то чтобы... Так, товарищи, я делаю небольшой перерыв, надо усыпить этого человечка. Или не надо? А сейчас мы сейчас посмотрим, что тут к чему. Что ты кряхтишь? Так, нет, не буду прерываться. Так, это раз. Теперь на этой неделе вышла публикация моей статьи. Я ее, ну, я не знаю, но я ее положу, наверное, к себе в облако и ссылку вам дам, наверное, да, если вам интересно. Это сборник целой конференции. Это вряд ли кому интересно, но сборник называется «Социальные процессы». А полное название не вижу, да? Free for non-commercial use. «Социальные процессы в российском обществе», кажется, 2019. Это конференция, ну, регулярная, которая проводится иркутским кем-то. Пединститутом, в рамках пединститут, который принадлежит университету, по-моему, так. Вот. И моя статья там в разделе «Первые шаги в науке». Моя статья называется «Тренды феминизма в современном российском обществе». Вот. Если вам интересно, почитайте, найдете в оглавлении странички. Документ в формате PDF.
Вот. Я сама еще не почитала, мне интересно будет вернуться, но в понедельник я волей-неволей вернусь к нему, потому что на нашей студенческой конференции я выступаю с этим докладом, где просто зачитаю свою статью. То есть, ну и надо бы мне подготовить, даже без «бы», надо мне подготовить презентацию по своей статье. Чем я и займусь. Во вторник я провожу игру, диспут. Ну, в общем, у нас на следующей неделе дни философии, и мы там вот участвуем активно в качестве помощников, как магистры, магистранты считаются коллегами преподавательского состава. Вот. Поэтому мы всячески помогаем, выступаем в роли ведущих, в роли ассистентов, то есть в пятницу будет олимпиада, и мы помогаем. Будем помогать проверять работы студентов. Вот. В общем, такая у меня насыщенная неделя. Теперь я перескочила, да, на свою учебу, а забыла сказать дальше про миграционную тему. Теперь, получив свидетельство участника программы, я могу подавать на гражданство, и, в принципе, пакет документов у меня собран. Вот я вам показала в начале видео согласие. Документ называется «Согласие», хотя по сути это отказ. Вот, эту бумажку я прикладываю к пакету документов на гражданство. И вот и надо посмотреть, сколько там положено, какой срок рассмотрения этого заявления. Ну, в общем, вот последний шаг остался. А почему я с таким тяжелым, ну, не совсем тяжелым, отягченным сердцем подаю этот отказ, согласие на отказ от гражданства? Потому что, ну да, как я уже сказала, мне все-таки жалко расставаться с гражданством Казахстана. И мне, ну, у меня же там все-таки недвижимость, квартира остается, которую мне надо поделить с мужем. Хотя муж и говорил, что квартира моя, за мной. Ну, это потому, что большую часть на квартиру дали мои родители. И потом, когда у мужа была тяжелая ситуация с кредитом, он взял кредит, и в залогом выступала моя квартира. Мои родители, опять же, давали деньги на выплату этого кредита, на погашение этого кредита. Ну, когда ситуация, то есть не полностью кредит погашался. Ну, в общем, получается, да, что мои родители сполна заплатили за эту квартиру, но нельзя его оставить без квартиры. А квартиры стоят недорого, то есть если всю квартиру продать, я и тут с трудом смогу купить однушку, и то в таком районе, не самым лучшим. Ну, что такое? Вот. А уж и если ее поделить, то есть мужу-то надо какое-то жилье оставить и вот эти остатки забрать. Ну, в общем, я не знаю, как мы будем решать этот вопрос. Тем более, что с мужем сейчас мне стало трудно договориться. Наверное. Да. Вот. Кроме того, у меня же вот этот аккаунт ютубовский, он зарегистрирован Казахстаном, и с Гуглом очень трудно поменять будет страну. То есть какая у них там практика существует, как можно поменять страну, мне надо еще в этом разобраться. Вот эти вопросы в Гугле устроены так, что ты можешь копать, докопаешься, проведешь эту процедуру, вот так же, как с WebMoney, да? То есть я WebMoney кошелек открыла, я им пользуюсь, но как его открыть, я, например, видео с трудом могу снять, потому что это сразу же забывается. Настолько
многоступенчатая сложная процедура, что она в память, что вот эти все ходы, поворотики, они не запоминаются, не остаются в памяти. Но если вы пойдете этим путем, вы все-таки докопаетесь. С трудом, но докопаетесь, сделаете. Ну и я также думаю, что как-то я решу этот вопрос. Либо мне придется тогда этот аккаунт закрыть, новый открывать и снова добиваться, ну, наращивать количество подписчиков, чтобы добиться монетизации. Вот. И, ну, просто так этот же не закроешь, то есть весь контент надо перекинуть. Ой, что-то мой ребенок слабеет, наверное, заснет. Вот. Весь этот контент надо перетащить. В общем, я вас предупреждаю, то есть этот аккаунт может закрыться, если мне не удастся поменять страну. Это сложно в плане того, что деньги мне все равно высылают туда, в Казахстан, которые я получаю с Ютуба. Они идут в Казахстан, а я сама же там физически не присутствую. Ну, там есть разные нюансы. Можно деньги не выводить просто и копить их в Google аккаунте, в системе оставлять, пока не решится этот вопрос. Но все равно же в конечном итоге решать надо. Вот, в общем, вот такие дела. Почему я думаю, что с мужем мне трудно договориться, потому что он мне перестал отвечать на вопросы, на мои письма. А другого вида связи нет, он не пользуется там всякими этими. У него, по-моему, до сих пор нет смартфона, и он не пользуется разными мессенджерами. Только посредством имейла мы можем общаться, а он не отвечает, а что делать, я не знаю. Вот, ну это, пожалуй, пока что все. Сейчас ребенок уснет, сейчас ребенка усыплю и посмотрю, что мне еще, чего я еще не договорила. Все, пока.